приехали с вороном пробовать манить косулю. Травища вот такая. Болото. И похоже, нас козел услышал. Орет где-то вот впереди. Дали нам на тестирование манок Бутова. Сегодня я ездил днем, проверял ловушки на пчел. И пищал им время от времени. В общем, рогатых я не видел. Из 4 коз, которые от меня выскочили, 3 среагировали. Подбегали прям вообще близко. Тихо, ветра маленько-маленько дует боковой. Но ворона слышно вообще здорово. Я с минут 15 постою. Если он в нашу сторону двигаться не будет, мне его не видать из-за травы, там камыш. Поедем дальше. Времени уже мало. Уже должны все пастись активно начинать. Ну что будет, то буду включаться. Сейчас манок-то засниму. Вот такой вот манок. Вот это, как я понял, регулируется громкость там и так далее. Но у меня вот так вот пока стоит. Я его из мешочка даже не достаю. Вот с таким мешочком мне его дали. Так и пищу. Может быть, не один раз даже съешу, протестирую. Ну ладно, что будет интересное, включусь. Вон нас заметила коза вроде, или козел, не могу разобрать. Вроде коза. Или козел. Сейчас голову повернет. Но мы открытым местом уже ехали, а нас видел. Козел был. Трава высоченная, не видно нифига. Так, ладно, едем мы дальше, в общем. Надо кого-то нам увидеть раньше, чем он нас увидит или услышит. Да, ворон. Такая местность. Сегодня утром ехал, не утром, до обеда. Выше коня трава была, осот, поляна лесная, заросшая. У меня одна голова только торчала. Как-то вот так вот, вот как-то, да?
Сайч выскочил, который облаивал. Убежал куда-то туда и встал. Сейчас два раза пискнул, вон там что-то шумело. Там ворон у меня стоит, к нему куда-то движется. Сад вперед бегает то влево, то вправо. Ветра, можно сказать, нет. А трава вон какая. То есть меня вот это, кто там, коса или козел, тоже уже слышал, пока я шел. Ну ладно. Буду выдвигаться вперед, мне еще с полкилометра пройти, там попищать. Кто не видел, как лебедь под водой плывет, вот он где-то плывет. А, вынырнул. Семь лебедят. Уточка. Там где-то еще уточка. Ворон пить захотел. В общем, это были лебеди. Выскочил от меня. Вот оттуда из-за кустов.
этот был звук лишний. Ну, в общем, вот он бежал перед кустом. Вон он сейчас встал. Пугался. В общем, вот до куста. Метров 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, даже 20 до куста. Так что вот так вот тут. Выскочил то он от меня. И вот где-то из-за вот этих кустов оттуда. На поляну. Так что молодой среагировал. Сейчас пройду еще тут метров 400 дальше. Где обитал трофейный мой. С супер рогами. Если мы тут уже шороха не навели, конечно, с ним. Потому что тишина. И он меня облаивает сейчас. Ну, если что будет интересное, то включусь. Если нет, то нет.